Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys и сегодня соберем робот Санни. В набор входит клей, наждачка, 56 деталей конструктора и подробная инструкция. Для таких неровностей используем наждачку. Чтобы голова вращалась, клей не должен попасть на плечи. Обращаем внимание на отличие деталей и их расположение. Длинный палец должен быть сверху. Обращаем внимание на отличие деталей. На этом этапе клей не должен попасть на руки и ноги. Готово! У собранной модели вращаются руки, ноги и голова. При желании игрушку можно раскрасить. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!